школе больше всех в шторы сморкается тот, кто на них не сдавал. Чё ты улыбишься, Мясников? Все? Ты мне надоел. Я пишу твоей маме. Хорош, Татьяна Павловна. Давайте я уже просто домой пойду и все. Нет, не пойдешь. Я уже написала. А что я сделал-то? Ты в своем тик-таке разыгрывал автомобиль директора школы. Да какие проблемы-то? Ну, Дирик его и выиграл. Что ему еще от меня надо? Подписчиков? Ну, хотите, я его отмечу? Только у него подписчики долго не задержатся. У него, видели контент какой? Там глобусы и кактус. Ты вообще понимаешь, что это машина директора школы была? Блин, надо было вообще сжечь ее. Все равно прессуете. Ты вообще меня не слышишь? Я с кем разговариваю, Коля? Коля! Коля! Да я не Коля. А я Колджей. 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 Ты выделываешься. Да выделываешься, Колджей. Чего ты такая душная? За что вы меня вообще булите? Ты зачем семерок этих набил на себя? Что они значат? Что значит? Это седьмая школа, седьмой класс. А третья семерка? Так я седьмой раз в седьмом классе. Ты понимаешь, что это на всю жизнь? Че, тупой что ли? Я потом на восьмерке переделаю. Потом на девятке. В десятом? А после девятого уйду. Ты зачем трудовика пьяного снимал? Сейчас вся школа знает, что он пьет в трусах. Ну я-то не пил. Я вообще вел алкострим. Я вообще у него мерч заказывал. Короче, биты с моей символикой, ёлы-палы, ну чё. Биты? Биты. Биты, это ж холодное оружие. Да у него все равно, у него скалки получились. Ничего бы не делал, у него скалки получаются. А что ты предложил учителю музыки? Почему она весь день проплакала в учительской? Я ей предложил коллаборацию за пятихатку. Не гляжу в неглиже. Это еще что такое? Ну что такое? Ну короче, с нее биток, с меня стишок кайпанули бы. У меня с рифмой порядок, как капусты на грядок. На грядке. Правильно. Хотя какая разница, дворник? Лицо у тебя синее. На тебя же первоклашки смотрят. Да они настучали, да? Да никто тебя не закладывал. Лицо у тебя синее, первоклашки на тебя смотрят. Я вам говорю, это первоклашки настучали. Вот оно и синее. Коля, что меня вызывает опять? Да я не знаю, ма. Вы мама? Ну, конечно. Ты что, опять голубей ел? Нет. А что, ты в столовой не питаешься вообще? Да все нормально, ма. Я мел поел. Вы знаете, что он у вас просто неуправляемый. А что вы от него хотите? Он пьяный. Что? Что ты опять творишь? А, я поняла, ты прямой эфир провел тухлый, да? А, или ты эту коллаборацию... О, я поняла. Ты снова рекламировал эту букмекерскую контору? О-о-о, я от этого кринжа сейчас горю, выпилился отсюда. Выпилился, я сказала. Выпилился. Блин, вообще, ну блин. О, какие у вас стены ровные вообще. Я поснимаю немножко, я просто 5 минут уже ничего не выкладывала. У вас какая рабочая сторона? Правая? Левая? У вас что, нет рабочей стороны? Капец, отмечу вас тогда. Учика. Это вы? Учика. Так, хватит. Ваш сын выглядит, как отсидевший попугай. И ведет он себя, как отсидевший попугай. Тань, ну что ты начинаешь-то? Ты себя вспомни, как ты выглядела. Сейчас тебе покажу. Далеко мотать, 30 лет назад было. Ксюша? Ну да. Ксения Андреевна? Ксения Андреевна. Вожатая в лагере вашем. Ксения Андреевна, он ногти у вас красит. Ну он хотя бы красит, а ты пластиковый приклеивала на суперклей. Что, лучше, что ли? А одежда у него, вы видели, какая? Она на 3 размера больше. Ну, это же кошмар, это же... Кошмар. А джинсы варить на кухне 2 часа не кошмар? Потом полдня шоркать их кирпичом. Вот это кошмар.
кошмар, Тань. Жвачку постоянно живет. Жвачка, это химия сплошная. Тань, мы в 80-х гудрон со стройки воровали, жевали, и никто не умер. А прически у них, вы видели эти дреды? Это же, ну... Ты челку вспомни свою. Синькой покрасила, поставила на сахар, ходит. Вся челка в мухах. А почему тебя в комсомол не взяли, вспомни, в 7-м классе, а? Почему? Пришла на линейку, расфуфыренная вся. Вот такая мини-юбка, лицо вот такое все, размазанное. В этих, прости господи, ботфортах. Ну? Так поэтому? Ну, конечно. Я думал, из-за беременности. Проще, Таня, надо бы быть, проще. Их уже не поменять. Они, как и мы, тоже когда-то повзрослеют и наберутся ума. А сейчас нужно их принять, понять и любить такими, какими они есть. Ведь в целом-то они хорошие. Наши дети. Ма, я там твою машину сжег. За 600 лайков. Но иногда можно линеечкой и огреть по башке разочек. Я линеечку возьму? Она сломана. О, а циркуль? А вам его не жалко? Так а что, он железный? Чего его жалеть? Я плакаю сейчас.